Первую четко до 30, но при всем при этом вряд ли сможешь ты нас обойти. На 06 паркасе впереди, я даже лежа. Ты слышишь рев мотора, ман, я не слышу тоже. Когда мы загоняем свою ласточку в гараж, чиксы со двора так сексуально смотрят на нас. Ведь по всем стандартам в авто у меня all inclusive. Экзибит охуел бы, увидев мой самодельный тюнинг. Можешь разогнаться до 220. Расслабься, пупс, у тебя стоят ограничители. Вряд ли помогут тебе подушки безопасности. Как ни крути, решают три гонки. Не страшно круглый год ездить на той резине. Не поеду в гололед, сэкономлю на бензине. У вас по-любому на это есть свой взгляд. И, конечно, объясните мне, и я закончу этот хип-хоп экшен. Лада Нива Волга, Лада Нива Волга, Лада Нива Волга, визит автопром from Russia. Лада Нива Волга, Лада Нива Волга, Лада Нива Волга, визит автопром from Russia. Полстраны пиздит, но все же ездит на колени. По утилизацию, которую они же получили, можно было сделать посерьезнее под этот вид. Но раз Бэкс начал про Бентли, мы начнем про русский щит. Если вы еще в эту тему не въезжали, мы колесим на чугунном, а не на хромированной стали. Как же достали японские автомобили, мы на дизеле, а не на бензине.